Всемирный день смеха – это день, когда можно пошутить и разыграть своих коллег, родных и друзей. В историю вошли яркие розыгрыши, которые с годами не теряют своей остроты. В 1957-м на шведском телевидении эксперт заявил, если надеть на телевизор нейлоновый чулок, можно превратить черно-белое изображение в цветное. В результате разгневались тысячи зрителей. В этом году в Уссурийске обошлось без громких розыгрышей, но праздник, тем не менее, отметили шумно и весело в детском саду номер 22. В гости к ребятам заглянули Клёпа, Ириска и Микки Маус. Дети наши очень долго ждали. Мы сказали им, что будет интересное мероприятие. К нам приедут клоуны, которые будут их веселить. У них сегодня сказочное меню к 1 апреля. У них сегодня они совершенно другие занятия. Все проходит очень интересно. И все, я думаю, чудесно запомнили этот праздник. Малыши подготовительной и старшей групп пели песни, играли в веселые игры, танцевали, а в конце увидели небольшое шоу с элементами магии. Вода меняла цвет на глазах у маленьких зрителей. Запомнили веселый праздник и Екатерина Гриб, Александр Анисимов, Телемикс.